что, собственно говоря, мне и помогло. И сегодня у нас будет такая тема, как легко сбросить лишние килограммы с продукции, нашей замечательной продукции Wellness. И покажу вам вот такую картинку. Это мои результаты за 3,5 недели. Минус 7, минус 8 килограмм. Вот сейчас я выгляжу так. Вот это мое платье. Как вы видите, что это я, действительно, это я. И вот такой вот пирожочком таким была я до того, как приняла решение, что мне нужно взяться за себя, да, и в своих 26 лет я решила и подумала, что я не могу так выглядеть. Это был банкет директоров, ой, банкет директоров, это был форум, был квартальный форум в сентябре месяце, этой осенью. Вот такая вот я была в сентябре месяце и была до того, как стала уже и приняла решение, что мне нужно сбрасывать свой вес, потому что, так как я и говорила, что я не хочу продолжать жить, да, с таким весом, и хочу быть красивой, потому что любая женщина хочет быть красивой, да, для себя это в первую очередь, для своего супруга, да. И дальше у меня есть еще вот такие вот фотографии. Это уже квартальный новогодний форум. Тут мы были, да, вот видите вверху фотографии, вот. Это мой спонсор в красном платье, это Юлечка Воронцова. Вот наша такая групповая фотография, да, вместе с пресс-карьерой. Мы вот такая вот я была тоже в декабре месяце. И внизу фотографии, это уже сейчас, на прошлой неделе я вела для своей команды поздравительную планерку и себя фотографировала. Вы можете сравнять, да? Ну, видно сразу результаты. Вот еще один слайд для сравнения. Тут можно также увидеть, это с форума в сентябре месяце, да, и это внизу фотографии уже сейчас. И вот такой вот еще у меня слайд. То, что при правильном похудении, да, меняется не только твое тело, а и твоя внешность. Посмотрите на этих два человека, это совершенно два разных человека. Я, когда делала и сравнивала свои фотографии, я сама себя не узнавала. Я называю это игра «Найди 10 отличий». Да? Я нашла у себя только одно отличие, вот эти вот мои любимые серьги Джордани. Больше отличий я не нашла, ну, никаких. И теперь в глазах мужа я выгляжу вот так, да? А раньше вы можете посмотреть на эту картинку, да, на такую вот тетю. В глазах мужа я раньше выглядела именно так. И выбор, который я сделала, и выбор, который
я хочу вам предложить, да, выбор за тобой, да, кто хочет сбросить свои лишние килограммы и стать для себя и для своего супруга вот такой вот великолепной женщиной, да, и что лучше? Что лучше, вопрос, да, wellness, энергия и здоровье вашего тела, или вот внизу эта картинка, где разные вкусности, сладости, которые совершенно ничего не несут полезного, да, только удовольствие, но от этого удовольствия потом расширяются наши, наши ножки, наш животик, да, наши ручки и так дальше. И, девочки, помните, все вкусняшки уходят куда? Уходят в ляжки, да? И вот такие вот картинки с юмором. Сегодня купила говорящие весы, решила взвеситься. Они мне говорят, пожалуйста, вставайте по одному. И сижу на диете, ушло 2 килограмма, голова перестала соображать. Видимо, это был мозг. Вот для того, чтобы не было таких чувств, и для того, чтобы правильное питание и диеты не выносили наш мозг, нам нужно, что же нам нужно? Разыгрался аппетит, посмотри на целлюлит, лучше wellness ты возьми и красиво, здорово живи, да? Вот, и какой выбор сделаете вы? Да, и внизу также вот такая вот картиночка. И поговорим, что же такого делала я и что я продолжаю делать дальше, потому что я хочу дойти еще до того совершенства, которого я хочу дойти, поставила себе цель. Мне еще нужно как минимум скинуть 5 килограмм, чтобы моя фигура была, ну, вообще идеальной. И я надеюсь, что это у меня получится, потому что я даже уверена в этом, потому что я попробовала на себе, и я увидела результат, и результат, конечно, у меня потрясающий, я сама горжусь этим результатом. И первое правило – это меньше есть. Посмотрите свою порцию обычную и уберите с нее не половину, а третью часть. Wellness – это ваш помощник в съедании меньшего количества обычной пищи. Второе правило – вода. Вода должна быть не меньше 1,5 литра в день. Чем больше воды вы пьете, тем меньше кушать вы хотите. Особенно если вы пьете с лимоном, либо я добавляю с корицы один стакан я с лимоном беру, один стакан с корицей. Вот так чередую, да, в день. И третье правило – это тренировки. Они должны быть каждый день. Если вы хотите такого быстрого эффекта, результата, тренировки должны быть каждый день. Определите свои группы мышц на правильные группы мышц, которые проблемные. Делать упражнения так, чтобы вы чувствовали боль в мышцах, как они работают, чтобы вы чувствовали свои мышцы. Четвертое. Кушайте остренькое. Острая пища способствует снижению веса. К примеру, в составе вещества острого перца имеется капсаицин. Он ускоряет обменные процессы, но без фанатизма, да, чтобы не было гастрита, да, чтобы наш желудок потом не болел. Вообще я обожаю томатный суп, и в томатный суп добавить красного перца, оно идеально сочетается, очень вкусно, и
оно помогает убирать и помогает обмену веществ быстрее работать, да, происходит быстрый обмен веществ. И вот такая вот картинка, которую я придерживаюсь, которая мне также помогла выбрать этот способ. Это правило кулака, пальца ладони, да, и фаланга. Горсти и горсть. Также мы об этом я еще дальше по слайду проговорю по этому поводу. И я расписала свой ну, примерный рацион, да, какой у меня. Первое – это коктейль Wellness перед завтраком. Овсянка, кулак, да, и я добавляю мед, пол чайной ложки, да, можно добавить немножко банана, да, тертого, также я, бывает, добавляю, да, и чай зеленый или черный, и, конечно же, обязательно Wellness Pack, один пакетик. Коктейль, да, коктейль на воде, если вы хотите быстрого результата, да, чтобы он был быстрее, то на воде. Если я делаю овсянку, то овсянку я чередую. Сегодня, например, у меня овсянка будет с молоком, но молоко, даже магазинное молоко, я разбавляю напополам. Ну, совершенно там молока идет абсолютно чуть-чуть. Вот, и чередуйте, да, сегодня, например, овсянка без молока, завтра вот с таким молоком разбавленным. Перекусы. Перекусы – это батончики, обязательно батончики. Батончики – это вообще, я еще раз проговорю об этом, это ваш заменитель сладкого, заменитель тортов, печенья. Почему я так поправлялась? Я вообще по натуре очень сладкоежка. Я очень люблю сладкое, но в детстве я его абсолютно никогда не ела. То есть в детстве я сладкого не любила, как все дети. А сейчас, в таком возрасте, вот оно мне все вылезало боком, можно так сказать. Да? Кто у нас сладкоежки? Есть у нас сладкоежки? Есть сладкоежки. Вот для сладкоежек это батончики. Батончики, для меня батончики это сейчас лучше любого торта, лучше любого пирожного и лучше любых печень с сгущенкой, которые я раньше просто обожала, я могла килограммами их кушать. И когда я это осознала, я поняла, что дальше так уже просто продолжаться, ну, просто уже не может. Обеды, да, и перекусы, еще перекусы я делаю, да, если вы скушали батончик, но мне сейчас хватает, даже бывает перекуса полбатончика, и я уже наедаюсь, да. Если вы все равно чувствуете чувство голода, добавьте сюда к батончику половинку яблочка, либо половинку банана, либо курагу, да, там 2-3 кусочка кураги или фиников, да, я сейчас и финики бывает, и курагу, то есть я чередую. Обед, супы wellness, салаты, мясо, рыба, то есть белок. Белок должен быть в нашем рационе, это обязательно. Да, в супах и в коктейлях там есть белок. Но если вы чувствуете все равно голод, да, вы можете суп wellness, да, добавлять, например, мясо, да, курицу, да, либо говядину, вот по размеру ладони. И ужин это йогурт, кефир, да, с салатом. То есть салат,
йогурт, кефир. И можно вместо йогурта, кефира, салат с коктейлем wellness также чередовать. Так. Запрещенные продукты для меня. Нет сладкому, нет мучному, нет жареному, нет копченому, нет соусу. Да? То, что раньше я так сильно любила, сейчас я его не употребляю уже почти месяц. Да? И прекрасно, очень прекрасно себя чувствую. И разрешенные продукты – это овощи, фрукты, орехи для перекусов, рыба, мясо, яйца, но не часто 2-3 раза в неделю, крупы, коктейли wellness, витамины, супы wellness, батончики wellness, кефир, йогурт. Если макароны, то только твердых сортов пшеницы, можно позволить себе один раз в неделю. И тренировки, да, наше третье правило – это тренировки на проблемные зоны. Выделите свои проблемные зоны, да, и прорабатывайте их. Нижний, верхний пресс, ягодицы, ноги, руки, да, у кого какие проблемные зоны. Делайте упражнения ежедневно. По 3 подхода. Если тяжело, можно начинать с 2, да, делать по 2 подхода и добавлять дальше туда еще один подход. Легкая, и там больше в ней витамина. Ваша цель кушать намного меньше, чем раньше, не растягивая свой желудок. И я чередую дни. Первый день у меня только на wellness с фруктами. То есть один раз в неделю я не ем абсолютно обычную пищу. Целый день чисто, да, можно сказать, сижу на велносе. На велносе и добавляю туда фрукты, да, я добавляю в коктейль. Я могу добавить и банан, и яблоко, и ягоды, и апельсин, и, ну, оно потрясающее сочетание для меня, мне так вкусно, мне так очень нравится. И поговорим еще о велносе. Кто не знает, да, у нас в wellness, если при покупке 3, вы получаете подарок, четвертую, да, упаковочку. Это очень классно, это очень приятно, потому что это очень большая экономия. Это очень большая экономия, и вы видите результаты, результаты. Очень много у нас результатов, и в директорском чате сейчас очень много пишут о wellness, да, у кого какие результаты по приему wellness. Это не только похудение, да, это здоровье, здоровье свое, здоровье своих деток. И чтобы не переедать и заглушить чувство голода, да, вот у нас есть замечательные коктейли с разными вкусами. Шоколадный – это самый мой любимый, но мне также нравится и ванильный, и клубничный, да, и суп Natural Balance. Есть у нас тоже два вида, это томат и базилик, и спаржевый со шпинатом. Запись будет, девочки. И определяем размер порции.
Первый простой метод – это определение веса и объема еды, который является правилом кулака. Объем желудка в спокойном состоянии натощак равен по размеру кулака, чтобы не перерастягивать мышечные стенки желудка и не приводить к его чрезмерной активности, необходимо в него класть ровно столько, сколько он может выдержать. При этом принятие пищи должно останавливаться, когда заканчивается еда на тарелке. Нельзя за одну трапезу докладывать себе несколько кулачков. Для этого лучше убирать кастрюли, сковородки подальше от своих глаз. И второй точный метод, который позволяет определение своего объема в граммах. То есть первое. Ладонь взрослой женщины равна 100 граммов белого мяса, курицы или рыбы. 200 грамм занимает такой же объем, которому равен женский кулак. Столько же в одном стакане. Половина чайной ложки размером с ноготь большого пальца – это 5 грамм. Например, столько нужно употреблять подсолнечного масла в день. И четвертая в столовой ложке помещается 10 грамм, площадь двух ногтей больших пальцев. Гость одной ладони вмещает 2 столовые ложки жидкости. Здесь же помещается порция салата, каши или макарон. То есть для того, чтобы не переедать, да, для этого нам и помогает Wellness Pack, потому что он действительно очень помогает утолять голод. И один день совершенно очень легко я вообще провожу на велнесе и с удовольствием. И у меня есть такая группа, я сделала группу, называется она «Будь великолепная с Wellness» и «Порази на повал». Вверху есть ссылочка, я сейчас могу вам скинуть. Если кто хочет, можете добавляться. Я смогу на своих результатах помочь вам в этом деле, да, и буду наполнять ее, продолжу наполнять ее, что я кушаю, смогу фотографировать и выставлять, да, вы сможете также на моем примере легко сбрасывать и сбрасывать с удовольствием свои лишние килограммы. И напоследок я хотела бы сказать, что запомните, да, что все зависит от вашего желания. Если вы примете решение и будете стараться, да, вы будете вот выглядеть в таких изменениях, как выгляжу сейчас я. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в чат. Будем сейчас... Буду отвечать. Так, что-то у меня чат. Тишина в чате. Ребят, меня слышно? Состав у коктейля идет яблоко, буряк, зеленый горошек и яйца. И, по-моему, молоко. Тихо. Да, конечно, можно пить коктейль, коктейль же помогает, для чего мы пьем коктейль? Для того, чтобы не съедать больше, он насыщает наш организм.
вся продукция wellness, она насыщает наш организм, и мы не переедаем. То есть нам хватает вот этой вот горсточки на ладони, нам хватает, чтобы накушаться благодаря wellness. Вода горячая для супа. Девочки, есть еще вопросы? Нет. Хорошо. Тогда, если у кого будут вопросы, добавляйтесь в мою группу. Мы будем вместе с вами добиваться результата, так как мне тоже еще нужно скинуть минимум 5 килограмм. Я смогу вам помогать. Мы будем это делать вместе, поддерживать друг друга. Все, спасибо вам за внимание. Запись будет. Я сделала. Кто делал, дублировал меня, тоже будет запись. Так что все, всех люблю, целую. Всем пока-пока.